Обычно я просыпаюсь очень рано, привожу себя в порядок и готовлю завтрак для моих детей. Их у меня очень много. Они такие разные, вежливые и грубияны, добрые и вредные, хитрые и простодушные. Но все одинаково дороги для меня. До поздней ночи у меня нет ни одной свободной минуты. Скучать не приходится. Правда, бывает, взгрустнется, когда у детей выпускной. Но я гоню мрачные мысли. Ведь 1 сентября придут мои дети. Потому что я — школа.